Здравствуйте, уважаемые друзья, зрители YouTube-канала Daily Europe Online. У меня в гостях Евгений Кудрец, журналист из Германии. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, Михаил. Для зрителей я напомню, что очень важно подписаться на канал, прокомментировать, поставить лайк. Это помогает продвигать контент на данном канале, оставаться вам, вашим друзьям, знакомым, даже тем людям, которых вы не знаете, но которым желаете добра, информированными о происходящих событиях в мире. Пожалуйста, подписка, обязательно комментарий, лайк, и это продвинет видео. Ну что же, мы начинаем. Евгений, давайте с вами начнем с темы, которая завершила минувшую неделю. Это тема брюссельской встречи, в рамках которой встретились премьер-министр Пашинян, руководитель Европейского Союза, один из руководителей Европейского Союза и представитель Соединенных Штатов Америки. Как вы оцениваете результаты данной встречи? И, возвращаясь к словам президента Ильхама Алиева, принесла ли эта встреча те красные линии, разделительные на Южном Кавказе, о которых предупреждал Ильхам Алиев загодя этой встречи? Ну, вы знаете, что Армения стремится теперь дистанцироваться от России и двигаться в направлении Евросоюза. Уже есть подвижки в этом направлении. И вот эта встреча была очень важна. Что касается реакции Азербайджана, то ее можно было предусмотреть и предсказать. Конечно, возможно, Азербайджану такое сближение не очень по душе, но важнее всего является подписание, я уже об этом говорил не раз, подписание мирного договора между этими странами, я имею в виду Арменией и Азербайджаном. Есть там какие-то у них спорные, не то что территории, но какие-то есть вещи, которые требуют прояснения. И мне кажется, что вот без посредника в лице Евросоюза у них не получится просто так вот напрямую договориться. Поэтому, мне кажется, Евросоюз здесь выступит таким вот гарантом и посредником. Что касается Южного Кавказа, то влияния России там практически уже нет. И мы с вами уже говорили в рамках наших программ, что российские ну, не войска, я не знаю, кто там, пограничники или ФСБшники должны уйти с территории международного аэропорта до 1 августа. И вообще членство Армении в ВДКБ очень относительно теперь. И я так понимаю, что Армения собирается оттуда выйти. И Россия, как я уже сказал, теряет свое влияние на Южном Кавказе. И прежде всего, это касается Армении. Поэтому вот это движение в направлении Европы абсолютно оправдано. И чтобы там Россия не пыталась каким-то образом возмущаться, что не учитывает их интересы, поезд уже ушел. Я думаю, что Армения навсегда, ну не то, что навсегда, но, скорее всего, навсегда оторвется от России в этом плане и будет строить уже такую европейскую политику. Говоря о позиции Армении, мы понимаем, что для премьер-министра Пашиняна важно, чтобы Армения она обрела свою независимость от внешних игроков, прежде всего от России, которая, по сути, подвела Армению в Карабахском противостоянии. Так? И для армян это стало, ну, скажем так, определенным сигналом к тому, что нужно разводиться с Россией, так? Для Пашиняна, соответственно, появился коридор возможностей для отхода от России. И дальше начинается развилка. Первое направление, так, это равноудаленное отношение Армении ко всем своим внешним партнерам, так, и формирование основ для полноценной собственной легитимности, когда Армения выступает, повторюсь, равноудаленно ко всем партнерам, либо когда Армения, ну, скажем так, становится, и тут начинаются разные оценки, так, для Армении, скажем, статус может быть примерно следующего характера. Это страна, стратегический союзник Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки на Южном Кавказе, так, для других игроков
подобный статус Армении, ну, оценивался бы как, ну, страна, да, которая находится в там фарватере ЕС и Соединенных Штатов Америки. Вот на ваш взгляд, что выберет Армения? Ну, скорее всего, она выберет второй вариант, то есть как раз быть союзником Евросоюза, и что Евросоюз будет представителем на Южном Кавказе, потому что сейчас политика строится так, что страны в одиночку просто не могут, не то что существовать, они существовать могут, но должен какой-то быть, должна быть какая-то зонтик какой-то, или крыша, или, как сказать, какой-то навес над ними, то есть, потому что иначе в одиночку очень трудно, и вот то, что вы говорите, равноудаленно, это довольно-таки сложно, это нужно заключать договоры со всеми, например, странами Евросоюза, а если Армения в будущем станет одним из членов Евросоюза, то это гораздо упростит задачу. Я понимаю, на что вы так намекаете по поводу Азербайджана, что Азербайджан, по-моему, не в восторге от того, что Армения движется в сторону Евросоюза, но это дело, так сказать, Армении. Мы же не можем навязывать кому-то какие-то пути. Нет, а мы как бы мы рассуждаем, простите, с точки зрения Армении. Естественно, Армения суверенное независимое государство, право само определять вектор своего движения. Просто насколько, то есть, что на данный момент является, ну, наиболее выигрышным для Армении, как вы считаете? Ну, вот на этой встрече, которую вы сегодня упоминали, шла речь также о предоставлении многомиллионных грантов для Армении, это тоже очень важно. И если вот становиться действительно в сторону Армении, то для них это, конечно, очень большой такой рывок, потому что, скажем честно, сотрудничество с Россией ни к чему хорошему не привело. Вы сами сказали, что Россия, по сути, кинула Армению в Нагорно Карабахском вопросе, так сказать, слилась по-тихому, и еще у России хватает наглости говорить, что как же так вот к России повернулись другим, так сказать, местом. Я считаю, что Армения правильно делает, потому что, как я уже сказал, в одиночку очень трудно выстраивать внешнюю политику, и действительно мы исходим из того, что Армения – это суверенное государство. Вот эти все территориальные какие-то тонкости, споры должны быть разрешены, это все должно быть письменно, точно все до последнего, не знаю, там метра зафиксировано, где чья территория. Я там знаю, что есть какие-то спорные вещи между Арменией и Азербайджаном до сих пор. Какие-то есть там несколько сел, которые не определены. Это все должно быть четко зафиксировано, подписано, и не должно быть никаких спекуляций на эту тему, потому что мы понимаем, что эта история с Нагорным Карабахом длилась около 30 лет. Сейчас там, в принципе, поставлена точка, и нужно двигаться дальше и не оборачиваться назад в этом вопросе, я считаю. Евгений, давайте тогда как бы перейдем к Азербайджану, посмотрим с точки зрения Азербайджана. Вот какова, ну, скажем так, здесь игра для Азербайджана, к чему стремится, на ваш взгляд, Азербайджан? И как вы видите, опять же, вектор внешнеполитического развития Азербайджана с учетом вот того вектора, который избирает Армения, именно евроатлантического вектора. Ну, мы с вами обсуждали некоторое время назад то, что получилось с Азербайджаном в бассейне. Очень красивая была история. И, насколько я знаю, в отличие от Армении, Азербайджан не очень стремится в Евросоюз. У него есть Турция как союзник, и поэтому Азербайджан здесь выбирает вот тот самый разновекторный, как вы говорите, да, равноудаленный. Путь развития, то есть сотрудничество с разными странами, но позиционирует себя как вот не член какой-то команды, чтобы было больше маневра внешней политики, чтобы можно было заключать договоры с тем же Евросоюзом отдельно, то есть не просто с Евросоюзом, а отдельно с Германией, отдельно с Францией и другими странами. И
Мне кажется, здесь для Азербайджана больше, как я уже сказал, маневра и возможности для развития. Что касается вот именно азербайджанско-армянских отношений, то это понятно, что они в ближайшее время все равно будут такими напряженными из-за вот этой истории с Нагорным Карабахом. И, по-моему, должно смениться несколько поколений, чтобы отношения были более такими спокойными, без нервов, без какого-то эмоционального наполнения. Так что Азербайджан, как я уже сказал, должен более спокойно относиться к вектору развития Армении и, естественно, со своей колокольни смотреть на это все. И, конечно, внешняя политика должна быть направлена на разные векторы. И я думаю, что у Азербайджана есть шанс продвинуться в этом направлении. И главное, чтобы, конечно, не возобновились какие-то военные действия. Опасность все-таки существует, и какие-то небольшие вот стычки, насколько я знаю, все равно происходят, несмотря на то, что официально никаких нет боевых действий. Но все равно есть какие-то такие вот вещи. Дорогие друзья, подписывайтесь, пожалуйста, на канал, ставьте лайки, комментируйте друзьям. Обращаюсь к вам с просьбой, поддерживайте YouTube-канал финансово, материально. Это легко можно сделать, если вы находитесь в Украине, либо Азербайджане, Италии, Австрии, Германии. Это можно сделать через PayPal, через там Revolut. Если вы находитесь в каких-то других странах, вы можете сделать с помощью там криптопереводов, с помощью того же PayPal. В общем, друзья, буду вам благодарен за поддержку канала. На самом деле это очень удобно сделать. Вот тот же самый Revolut позволяет с любой карты абсолютно по ссылке задонатить на развитие канала. Пожалуйста, друзья, не забывайте поддерживать. Я вам буду благодарен за поддержку. Спасибо. Вы упомянули позицию Европейского парламента. Действительно, Европейский парламент, равно как и ОПСЕ, ведет себя как слон в посудной лавке, отрицая реальность на земле, а именно тот факт, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность, суверенитет и независимость, и всячески пытаются, ну, скажем так, задеть Азербайджан, обвиняя в разных, скажем, преступлениях, да, например, депортации карабахских армян и прочее, прочее. Хотя сразу, как только Азербайджан восстановил свою территориальную целостность и суверенитет, был создан портал в Азербайджане, в принципе, люди, желающие, ну, карабахские армяне, не могли вернуться и жить, и для этого, скажем, для них существуют возможности. Другое дело, что на двустороннем уровне можно решить, скажем так, каким образом эти возможности можно расширить, сделать более приемлемыми, так, для обоих сторон с учетом опыта и позиции людей, да, вот как карабахских армян, чтобы им было хорошо, комфортно, но в рамках действующего азербайджанского законодательства. Но, к сожалению, мы по-прежнему видим, что на тему как раз помощи людям конкретным, да, в Европе говорят очень мало, как азербайджанцам, так и армянам, к сожалению. Ну ладно, Евгений, давайте с вами перейдем к следующей теме. Она, собственно, проистекает из-за той дискуссии, которую мы имели с нашими коллегами на выходных. Скажем так, критерии демократии, критерии авторитаризма, вопрос перехода из демократии в авторитаризм, из авторитаризма в демократию. Значит, эта тема поднималась в контексте происходящего в Украине, потому что мы понимаем, что Украина находится в условиях российской агрессии, полномасштабного вторжения России на территорию Украины. И, конечно, нельзя оставаться демократической страной, когда ты борешься со страной размером в 1/6 часть суши и с ядерным потенциалом. Да, конечно, нужно более гибкое лидерство, собственно, которое на себя взял президент Зеленский. Но мы видим, что проблема авторитаризма, она, скажем, не только порождена, ну, например, войной российской агрессии, да. Проблема авторитаризма, она возникает и в Грузии, когда принимается закон об иностранных агентах, вновь пытаются его протащить. Напомню, такой закон недавно был принят в Киргизии, так, то есть это калька с российского закона.
В той же Молдове отключили от вещания 13 независимых каналов. А когда началась российская агрессия против Украины, фактически у правительства Майя Санду появился люфт, возможность просто приостановить вещание, скажем так, ряда оппозиционных каналов под соусом того, что эти каналы обслуживают интересы государства-агрессора России. Но мы понимаем, что, скажем, это очень абстрактная формулировка, да, когда речь заходит о российских нарративах. И под российский нарратив можно подвести любую критику. Да? И, в общем, в Молдове реально закрылось 13 каналов. То есть мы видим, что есть некая там проблема, связанная с, скажем так, демократиями и условиями, в которых находятся вот эти демократии. Потому что война, российская агрессия, значит, и в общем атмосфера, она как бы вызывает необходимости к переходу к более эффективным моделям, да, что в Грузии, что в Украине, что в Молдове. Потому что уверен, что для Майи Санду тоже необходимо иметь эффективную модель управления. Как это сопрягается с желанием наших стран вступить в Европейский Союз? И может быть, действительно Париж стоит место? Может быть, действительно стабильность государства, его развитие, экономическое процветание, субъектность стоит того, чтобы переходить к авторитарной модели как более эффективной? Ну, это очень такой спорный вопрос по поводу эффективности авторитарной модели, потому что как раз вот, если мы возьмем Россию как пример, мы видим, что авторитарная система управления завела в тупик и, собственно, экономический, политический, какой угодно. Что касается вот закрытия каналов, здесь надо быть очень осторожным, потому что можно, как говорится, с ребенка вылить, то есть с водой вылить ребенка. И вот я хотел вам привести пример в Германии, недавний случай с Макеевым, это посол Украины, новый, относительно новый посол в Германии. Вы, может, слышали его конфликт с газетой «Берлинер Цайтунг», которая, собственно, проводит вот эти кремлевские нарративы, и посол возмутился, что, собственно, это чуть ли не газета Народной, он сказал, республики, да, Берлина. И, а в газете его обвинили в том, что он выступает против свободы слова. Вот видите, как интересно можно интерпретировать эти слова. А я считаю, что свобода слова нужна, но здесь очень важно для средств массовой информации, конечно, объективность. Если та же газета «Берлинер Цайтунг» дает слово каким-то оппозиционерам, так скажем, то они должны давать слово и другим людям, чтобы был какой-то баланс. А потому что иначе это мне напоминает Russia Today, которая говорит, что у них альтернативное мнение, но почему-то оно полностью совпадает с кремлевским. Так что по поводу свободы слова надо быть очень осторожным. Здесь не все так просто. По поводу Молдовы я согласен, что если действительно в эти каналы проводили российскую повестку и действовали не в интересах республики, я имею в виду Молдовы, то, естественно, были все основания закрыты. Но в Украине также была, насколько я помню, ситуация, когда закрыли часть каналов, которые тоже были, по сути, пророссийскими. И это ненормально, когда в Украине существуют пророссийские каналы, которые влияют на общественное мнение. Что касается авторитарной власти во время войны, естественно, во время войны ситуация меняется. И говорить о демократии в полном объеме не приходится, потому что в военное время существует и цензура, и другие ограничения, и гражданских свобод, и так далее. Это закономерно. И поэтому говорить о том, что во время войны может так расцветать демократия полным цветом, нет. Но есть опасность, мы уже об этом говорили с коллегами, чтобы не было бы такого авторитаризмом, никак не могу выговорить. Это потому, что вы в Германии живете, поэтому вы говорите не можете. Да, у нас нет такого, да, у нас такого нет понятия. Вот, собственно,
есть опасность к диктатуре. И здесь, естественно, должны другие ветви власти, в частности, парламент, каким-то образом быть вот этим балансом. Но если, опять же, в том же украинском парламенте большинство слуга народа, то тут тоже возникает вопрос, а есть ли для оппозиции место для того, чтобы как-то противостоять каким-то вещам. То есть здесь очень сложная композиция, но тем не менее я считаю, что должны быть какие-то меры, так сказать, сдерживания, противовесов, чтобы не было действительно угрозы демократии и не было бы вот так называемого волюнтаризма, то есть при принятии каких-то решений, которые, собственно, президент единолично принимает, и общество может и не поддерживать этих решений. То есть здесь очень сложный такой подход, но это отдельный вопрос именно во время войны. А если мы говорим вообще, естественно, никакая диктатура, хотя есть примеры долгого, да, существования диктатур по 30 или по 40 лет, но в конечном итоге это все приводит к застою и к свержению этого диктаторского режима. Есть, конечно, исключения, Пиночет, но в основном, конечно, все диктаторы закончили плохо. Смотрите, Евгений, я сторонник того, что демократии действительно бывают эффективными, хотя мы часто видим, что на Западе демократии они неэффективны, они очень медленны, они, наоборот, не в состоянии мобилизовать общество, но в ситуации, когда общество находится в транзите, а наше постсоветское общество находится в транзите, очевидно, что, скажем, авторитарная модель, она оправдана, тем более, если самое крупное государство Россия сформировала у себя авторитарную модель. Действительно, очень сложно бороться с этим авторитаризмом российским, если ты сам не являешься авторитарным государством. То есть, во-первых, здесь есть ценностная, скажем так, ценностный конфликт между как бы демократиями и как бы авторитаризмом. Так. С другой стороны, здесь есть совершенно, скажем так, ну, прагматичный конфликт, он связан с тем, что демократические лидеры, они постоянно меняются, а ну, там, диктатор, условно, там, Путин, он остается в течение 20 лет, и для него, то есть, скажем так, в таких условиях невозможно сформировать персоналистские какие-то понятийные соглашения, потому что лидер, с другой стороны, постоянно меняется. Так? То есть в условиях, когда перед страной, во-первых, стоит мета-задача восстанавливать свою территориальную целостность, как стояло перед Азербайджаном, в условиях, когда у тебя такой сосед под боком авторитарный, как Россия, говорить о немецкой демократии не приходится, потому что это, во-первых, не Германия, и, во-вторых, у тебя другая география, не такая, как у Германии. Может быть, тогда действительно стоит поставить вопрос по-другому. А, собственно, что главное для государства? Так, для государства главное в территориальной целостности, увеличение числа там, жителей, его быстрое динамичное развитие, либо там авторитарная модель, да, либо псевдодемократическая модель. Может быть, действительно нужно согласиться с тем, что авторитаризм при определенных условиях, в определенном историческом контексте, он оправдан и придает динамику общественному развитию. Ну, возможно, он оправдан только на короткий какой-то период, потому что, как мы приводили пример, на 30 и 40 лет это совершенно неэффективно, это все приводит к застою, не только экономическому, но и политическому. Если вспомнить брежневскую эпоху, то, собственно, это все этим и закончилось, хотя некоторые говорят, что это была стабильность. Так что на короткую дистанцию да, на длинную нет, потому что иначе это все может скатиться очень далеко, и ограничения, которые во время войны оправданы, свободы слова, передвижения и так далее, это один разговор. Но если в мирное время люди не смогут передвигаться, не могут высказывать свое мнение и будут за какую-то критику власти, их будут, я не знаю, сажать в тюрьму, то это никуда не годится. Так что здесь нужно быть очень осторожным. И опять мы возвращаемся к этому вопросу, а что допустимо, насколько это возможно критика власти, и чтобы это не превращалось действительно в российскую пропаганду, особенно сейчас, во время войны, это все гораздо сложнее. Но вот я приводил пример с закрытием пророссийских телеканалов в Украине. Это просто и была вот эта
как это называется, платформа за жизнь, да, ОБЗЖ, вот, которая просто все российские нарративы высказывала, и мы знали связи того же Медведчука с Кремлем, это ни для кого секрет, это просто какой-то нонсенс, и это все равно, чтобы в какой-то другой стране, ну, в той же, ну, в чего Украину... Возьмите Молдову, вот эта партия Илана Шора, да, которая находится в бегах, и он, так сказать, тоже проводит российскую повестку. Это и Грузию вы сегодня упоминали, Иванишвили, там тоже, той же Молдове этот Плохотнюк тоже, и насколько я знаю, продвигал эту повестку. То есть это такая вот болезнь роста постсоветских стран. Но, с другой стороны, я хочу сказать, что все-таки много лет прошло после развала Советского Союза. Вот этот период немножко затянулся, потому что когда можно было через 10 или там, 15 лет, говорят, вот молодая демократия, молодая республика. Но когда уже 30 лет прошло, уже нужно взрослеть. Это касается всех постсоветских республик. Спасибо большое, Евгений, за это интервью. Евгений Кудрич, журналист из Германии, был сегодня с нами на YouTube-канале Daily Europe Online. Друзья, подписывайтесь, комментируйте. До новых встреч. Спасибо большое, Евгений. Всего доброго, до встречи.